Приветствую вас, дорогие друзья, это снова я, ваш телегид по Владимирской области, Олег Беспалов. И сегодня мы приехали в славный город Муром, который интересует нас не только как древнейший уездный город Владимирской губернии. Мы приехали сюда в поисках агрогастрономических приключений, мы их обязательно найдем. Но сначала несколько слов о самом городе. Услышав год основания Мурома, туристы, особенно заокеанские, часто переспрашивают: 1862? Нет, никаких тысяч, просто 862-й. И мы смело можем отнести Муром к самым почтенным городам нашей страны, где воистину русский дух, где Русью пахнет. Былинный герой Илья Муромец родом как раз отсюда, из села Карачарова, которое давно уже вошло в городскую черту. Вон Илюшенька стоит на берегу Оки и смотрит на соседнюю Нижегородскую область. В давние времена с той стороны на город частенько набегали всякие нехорошие люди, которые то разорят Муром, то спалят его дотла. Но с ними Илья Муромец не воевал, у него была сольная программа с участием соловья-разбойника и других супостатов. А жители отстраивали город заново и начинали заниматься мирными делами. Особенно преуспели в выделке кож, в сапожном деле, в кузнечном и во многих других ремеслах. При Иване Грозном, например, начала распространяться слава муромских калачей. В это же время, в середине 16 века, появилась повесть о Петре и Февронии Муромских. Не случайно именно здесь, в Муроме, ежегодно проходят главные торжества во всероссийский праздник любви, семьи и верности. Но это тема отдельной истории. Возможно, когда-нибудь я остановлюсь на ней подробнее. А сегодня нас, агротуристов, скорее заинтересует муромская выпечка. Ведь не случайно после визита в город Екатерины Великой даже герб Мурома поменялся. Вместо крепостной стены и облака, из которого видна держащая корону рука, волей императрицы на нем появились три золотых калача на лазурном фоне. Как и в любом другом почтенном городе, в Муроме можно увидеть множество интересных памятников. Но есть среди них особенный и уникальный. Это памятник знаменитому муромскому калачу. К нему нужно обязательно подойти и потереть его на счастье, на удачу. Кстати, обычно он зимой остается теплым, потому что внутри памятника обустроен подогрев. Но, видимо, сегодня у него выходной день. Но это не помешает нам познакомиться с историей муромского калача. И для этого мы отправимся в музей-пекарню «Хлебная горница». Айда за мной. Дорогие гости, здравствуйте! Очень рада вас приветствовать в нашем древнем городе, который испокон веков славился своими ремеслами и своими пекарями. Мы тоже необычайно рады оказаться в гостеприимном Муроме. И как агропутешественники очень интересуемся не только местными фермерскими хозяйствами, но и, особенно зимой, здешними старинными рецептами. И нет ничего удивительного, что в Муроме нас встречают не традиционным хлебом с солью, а свежевыпеченным калачом. Это такой же символ города, как, например, Илья Муромец или как Петр и Феврония. Выражение «тертый калач» появилось именно в Муроме. Здесь же придумали поговорку «дойти до ручки», и она, как ни странно, тоже связана с этим хлебобулочным изделием. Муромский калач появился задолго до московского и намного более известен, чем, например, одноименная выпечка из города Калач Воронежской области. Так что мы с вами не случайно оказались в Хлебной горнице, уникальном музее муромских пекарей и хранителей древних традиций. Давайте послушаем рассказ сотрудницы музея Людмилы и пройдем под ее руководством мастер-класс. Хлебной горницей мы наш музей назвали не случайно. Когда-то в старину в каждом доме, в каждом тереме была большая светлая горница с красными окнами. Посередине царицей стояла русская печь. В печи женщина выпекала хлеб для всей семьи, готовила трапезу. Справа от печи стол и лавки, за которыми собиралась семья и гости. И обязательно в каждой горнице был красный угол. Наша горница хлебная. Поэтому все программы и праздничные, и тематические экскурсии связаны с хлебом. И сегодня мы с вами познакомимся с изготовлением нашего муромского калача знаменитого, и я вам расскажу его историю. Первым делом мы, конечно, должным образом приоденемся, спрячем волосы, прикроем фартуками одежду, чтобы не запорошить ее мукой, и наденем перчатки. Ну вот, теперь кажется, все в порядке. Сами мы тесто, понятное дело, не ставили. Это заранее сделала Елена, кондитер хлебной горницы. Но подошло оно на славу. Пышное, воздушное. Его хочется бесконечно теребить в руках. Но все равно, что щелкать пузырьки на упаковочной пленке. Впрочем, от нас требуется совсем другое. Берем скалочку. Руки у вас в муке у всех. Можно чуть скалочку вот так мочкой обработать, чтобы не прилипло тесто сдобное. И раскатываем овал.
У вас очень аккуратный, красивый овал. Есть такое приспособление, которое у нас называется каблучком. Каблучком мы выбираем ручку. Дело в том, что калач состоит из трех частей. Верхняя часть – ручка. Если говорим, что калачи выпекали в форме замка, то это дужка. А в старину эту часть называли перевеслом. Перевешивали калачи через жерди, купцам удобно выбирать и хранить до ярмарки удобно. Нижняя часть – пышный животок и нависающая губа. Каждая часть отличается нюансами вкуса. Вот сейчас мы с вами каблучком будем вырезать ручку и загибать губу. Для этого нужно каблучок приставить к калачу, как ворота. Вот, чтобы ручка получилась широкая. Нажимаем, вырезаем, чуть-чуть подхватываем и отгибаем губу. Наш калачик с вами готов. Как ворота. Вот так, да. Так, у вас хорошо. У всех гладкие калачи получились. У меня какой-то такой морщинистый. Я, по-моему, сломал каблук. Давайте уберем. По-мужски. Потому что надавил, так надавил. Непростое это дело, калачи печь, оказывается. И так я тебя его не прорезал. Давайте. И чуть-чуть. И губа у нас уже. И у вас получилось. Маленькая деталь. Ручку калача можно оставить цельной, а можно разрезать пополам и соединить внахлёст. Нам так больше понравилось. Готовые калачики мы с вами соберем на противень и поставим в расстоечный шкаф. Давайте вот всех, я вам буду помогать. У всех получились вот красивые калачи, у меня какое-то недоразумение. Ну, надо этому учиться, конечно же. Ваш калачик. Ну, образцово-показательный. Конечно. Если вдруг кого-то заинтересует, что это за бумажки мы положили под калачи, ответ будет очень простым. Мы написали на них свои имена, чтобы потом наша выпечка не перепуталась. И еще одно пояснение. Расстоечный шкаф предназначен для того, чтобы выдерживать в нем заготовки из теста, непосредственно перед выпечкой. Наши калачи после раскатки скалками стали совсем плоскими. И вот как раз расстойка при определенной температуре и влажности поднимет дрожжевое тесто. Оно, что называется, подойдет. Бывало, пекари выпекали пудовые калачи, и в тесте получались такие дырочки, что запросто умещали в себя солидный купеческий кулак. Но перед расстойкой будущим калачам, конечно, нужно придать блеск, посыпать их маком и кунжутом. И после того, как подойдут, посадить в печку. Ну а мы пока послушаем историю муромского калача. Вообще сейчас выпекается в нескольких городах калачи. Самый знаменитый московский калач, в Коломне открыли музей калачную. Наш муромский калач – самый древний. На нашей земле появился в 14 веке. Стерся с лица земли тот день, когда наш муромский пекарь на основе ржаной закваски замесил необычное тесто. Для теста он взял муку самого высокого качества, белую, пшеничную. Просеивал муку не через решето, а через сито. Да не один раз, а трижды. Поэтому калачи не просто ситный хлеб, а сверхситники. Калачное тесто вымешивали пекари особой категории. Их называли калашниками. Калашники тесто замешивали на льду. Столы были необычные. Столешница деревянная и жестяная. А под столешницей ящик, который круглогодично набивали льдом. Лед хранили в погребах. Или, как у нас говорили, в ледниках. Людмила Ивановна, а откуда пошло выражение «тертый калач»? Муромский калач имеет второе название «тертый калач» из-за того, что пекари терли и мяли тесто на льду в несколько приемов. То есть тесто, прежде чем созреть, претерпевало от калашника. А ведь говорят, выражение «дойти до ручки» тоже из Мурома. И я вам об этом с удовольствием расскажу. Дело в том, что калач состоит из трех частей. Верхняя часть, если мы говорим про замок, то это дужка. Можно сказать, что это и ручка. Собственно говоря, чем этот хлеб отличается от другого хлеба. В старину калачи продавали на ярмарках. И старый млад, и беден, и богат хотели отведать калачик. Покупали, держали за ручку, если хотели есть, а остальную часть калача съедали. А вот этот остаток ручки, за который держались грязными руками, отдавали коню, собаке, либо подавали нищему человеку. И в те времена появилось выражение «дойти до ручки».
Так говорили о тех людях, которые принимали в дар остаток ручки, либо о том бедном человеке, который на последний грошик, великий праздник, купит себе калачик, и ему оставить ручку жалко. Он съедал калач полностью. Интересно, можно ли считать, что я сам вполне уже дошел до ручки? Если глубоко убежден, душку калача нужно съедать обязательно. Она по-своему вкусна и, кстати, обильнее всего посыпана маком. Ну а мы продолжаем нашу экскурсию уже в пряничной. История муромского пряника не столь богата, как, например, тульского. Но пряники в городе Калашников тоже пекут и с удовольствием едят. Нет, не такие. Это так называемые лепные пряники, характерные для русского севера. И сегодня уже очень редкие. Они, кстати, не очень-то и пряные. А пряники стали так называть именно потому, что с появлением на Руси восточных пряностей, кстати, жутко дорогих, их стали подмешивать в тесто. Как ни странно, прежде всего черный перец. Вот из пряного теста и получились пряники. В Муроме мы можем встретить печатный пряник, оттиснутый со специальной доски, а также вырезной, который очень удобно расписывать глазурью. Мы его увидим на мастер-классе по росписи, который проведет Ольга. Кстати, она нас уже приглашает. Ну что ж, дорогие гости, сегодня вам предоставляется возможность самим расписать наш муромский пряник, расписной сувенир, пряник-игрушка. Кондитерский мешочек берем в кулачок, острым носиком вниз, 4 пальчика с одной стороны, 1 пальчик с другой. Как начинаете работу? Одновременно двойное действие. Нажимаем на кондитерский мешочек и ведем, проводим линии. Три вида элементов для рисунка. Это прямые линии, волнистые линии и точки, основные элементы. Это прямые линии. Из прямых линий можно любой рисунок. Волнистые линии. Качаем рукой из стороны в сторону и ведем в том направлении, в котором нам нужно, в зависимости от того, какой рисунок мы хотим изобразить. Разными цветами раскрашиваем пряничек. Так, это точка. Выдавливаем небольшое количество глазури. Дорогие гости, если вы в фигурке рыбки, видите что-то другое, какой-то другой рисунок, вы можете рисовать по вашему усмотрению, по вашему желанию, то, что вы хотите. Нарисовали прянчик, убираем его обратно в коробочку, закрываем крышечкой. Все, прянчик готов. Красота. Красиво. Очень красиво. Все-таки здорово, когда работу выполняет мастер. Быстро, красиво, залюбуешься. Мы тоже решили попробовать. Кто-то на вкус, а кто-то с помощью пакетиков для глазури. Лично я для себя открыл следующее. Кривые линии получаются намного лучше прямых. Причем эта кривизна совершенно не подвластна замыслу начинающего расписывальщика пряников. Струйка глазури из пакета устремляется по одной лишь ей ведомой траектории. Она может вытекать ровно, а может и по какой-то загадочной системе Альцгеймера. И никакие мантры тут не помогают. На самом деле, конечно, все дело в силе нажатия на пакет и в диаметре отверстия. При идеальном балансе все линии получаются также идеальные, что прямые, что волнистые. Впрочем, мы довольно быстро освоились, и выданные нам рыбки покрылись разноцветной чешуей и взмахнули нарядными хвостами. Лично у меня получился какой-то желтый полосатик. Ну или что-то вроде того. Этих рыбок мы вместе с калачами возьмем домой. Кстати, а как там поживает наша выпечка? Уже не терпится попробовать муромский калач с душистым чайком. Друзья мои, вот он, первый в моей жизни настоящий муромский калач, что называется, с пылу, с жару. Мы обязательно попробуем за чаепитием, а сейчас я хочу сказать большущее спасибо всем сотрудницам хлебной горницы за проведенные мастер-классы, за интересный, обстоятельный, детальный рассказ про историю муромского калача. Я думаю, что наш агрогастрономический тур сегодня удался на славу. Я всем желаю вам прекрасного настроения, всего самого доброго, всего самого вкусного и экологически чистого. До новых встреч!